Снова всем привет, уважаемые зрители. Снова здравствуйте. Доделал я полк. Сейчас покажу вам. Значит, вот издалека как. Вот это издалека. А вот поближе. Это я начал делать где-то около 4 часов вечера, то есть 16. И вот только закончил. Значит, все прочно. Верите, не верите, все прочно. А, сейчас у нас, значит, времени 19:30. Это вот сколько я делал? На 19, значит. Что, 3,5 часа, что ли? Так вроде. 3,5 часа. Ну, вот эти несъемные. Это жестко закреплены. Они просто уголками крепят конструкцию. Дальше показываю. Ой, холодно как. Значит, вот эти штучки вот снимаю. Они, кстати, если сделаны, они не двигаются, ничего. Там они нормально сидят. Значит, там. Ну, я уже показывал. Рундучок, бардачок. Вот там, не знаю, стоит закрывать, не стоит глушить вот тот выход. Наверное, нет, потому что так рукой можно достать до этой вот, ну, ручки. Вон она, видите, открывать дверь. Ну, и не буду глушить. Я уж так для себя решил. Закрываем. Ну, вот это тоже открываем. А то же самое. Дела такие, что то же самое. Там, он, видите, все заподлицо. То есть, ну, падать ничего не будет туда. Вот это полностью от задумки, то и материал использовал только те, что в гараже были. Значит, потом меня мысль взяла, вот это-то, как, ну, знаете, фары сзади, надо добираться через этот лючок. А вот все я ставил, видно, не видно, да видно, конечно. И там внизу, и все. Вот эти, раз, внизу там два, открываешь. Ну, конечно, так чуть-чуть залазить будет неудобно. Можно было в багажник садиться. Но придумаем. И так можно сесть. Вот закрыл. Вот. Сейчас. Вот так. Значит, не знаю, буду я чем-то обшивать, нет. Вот тут, думаю, делать, не делать вот эту дверку сюда. Сюда делать дверку или нет. В принципе, так открыл, сразу доставай все, что надо. А дверку делать, если вот тут ставить петлю, вот тут поверху, то надо как-то вверх открывать. А если, ну-ка, дверь не полностью открыта, вот как сейчас, а мне не открыть вот из-за вот, видите, не открыть больше, то вот это уже не откроет. Ну, поняли, о чем. То есть, как ее сдвижной, это геморрой делать. Вот так открывать. Тоже, вот думаю, делать нет дверку-то вообще. Как считаете, мужики? И может делать, так может подскажете как. Что-то я сначала думал там вверх, а потом думаю, а как ее держать? Или чтобы она полностью сюда положилась? Или гидроупор какой? Ну что внутри получилось? А вон там, видите, место есть. Значит, вот тут вот эта фанерка. Ну, не до самого низа, потому что у меня не было такой ширины фанерки. Надо из большой жалко выпиливать было, кусочек был. Да и внизу там, вот, там этот пластик. И со второй стороны все так же точно. Само ГБО. Я его, кстати, оформлю в ГАИ, все дела. Значит, там из НАМИ что-то прийти должно. Уже отправлены документы. А вот эта верхняя крышка. Раз. Но она у меня сейчас без петелек. Нету петелек пока. Пока петелек нет. Да может и не будет. Видите, вот чтобы она вот в этой конструкции, ну туда-сюда не лозила, да все такое, так сделал. А, ну вот сюда класть что-нибудь можно. Такое, помните, как я видел, мягкое, вроде одеяло там в дорогу положить. Ну, кому как хочется, фуфаечку какую-нибудь, не всем одеяло надо. А вот рамку, периметр вот этот раз. И она как раз ровненько сюда. Ну, помните, как пробка в бутылку, или там, как хотите, называйте. Так. Вот, левая часть села. Видите, одной рукой левой кладу. Сейчас маленькую уберу, чтобы мне вот с этой стороны взять, подвинуть. Ну, приходится вот так хлопать.
Короче, вымерял, там миллиметр в миллиметр все сделано, миллиметр в миллиметр. Поэтому дерево, ну вот, вот так, притык все вплотную. Вот. Боковые нет, боковые не впритык, потому что, видите, тут щель надо оставлять немножко. Ну, чтоб не терлось одно, другое, не терлось. И здесь щель небольшая есть, но она тут поменьше получилась, поменьше. Но тоже есть, видите, она там гуляет, играет. Щелочка небольшая есть. Вот эти-то обошью чем-нибудь мягеньким, там уж карпетом или чем, не знаю. Серединку, ну, тоже, наверное, сделаю. Потом сделаю, так покажу. И вот задние сиденья будут туда складываться, а здесь будет продолжение. А сейчас сниму, кстати, как оно будет. О, мороз. Это у меня пар изо рта идет. Вот этот дым, это пар изо рта. Вот, значит, у вас патриот. Ой, что-то снежинка попала на камень. Ну, извиняйте. Извиняйте за качество. Все мне... Ой, да я что-то уже, честно сказать, и сам устал. Да идит мать. О, опрокинулась. Ту не буду там обходить, да сделать. Ну вот, смысл. Смысл, я вам хочу показать смысл. Я это сделал за 3,5 часа в своем гараже. Но надо признать, у меня есть инструмент. Здесь, значит, вот внизу, видите, ниша. И как бы сюда будет вставляться вот это. Ну вот на эти. Тут вот, кстати, с этой стороны рундуки эти как выглядят. А вот, можно вам показать точно-точно с этой теперь стороны. И там... Значит, вот второй баллончик. Тут нормально все встало. Без всяких проблем. Ой, что-то не в фокусе. Вот это без всяких проблем. Ничего тут, тут кажется вам. Ну, тут зазорчик есть еще. Еще зазорчик есть. Все нормально. Доска толстая. Вон какая. Видите, какая доска? Она толстенькая, большая доска, хорошая. Значит, ну и сюда продолжение. Вот так сложишь сиденье-то. В отпуск ехать. Продолжение. Да эти туда подвинуть еще можно. И, в общем, кровать. Вот так. Ну, покажу напоследок свою физиономию. Ну, так а что, я так доволен. Я доволен. Сейчас вам жене еще покажу, что она скажет. Светлана-то Михайловна. Да думаю, она как скажет. Нормально? А что тут скажешь-то? Ну, всего вам хорошего, дорогие и уважаемые зрители. До новых встреч!